Пропал табун. Инцидент произошел в селе Смородинка. Исчезли 7 кобыл в возрасте от 1,5 до 5 лет и жеребенок. Все лошади дорогой орловской породы, гнедой масти. Ущерб составил 510 тысяч рублей. Сергей Мордвинкин рассказывает, табун отвели на выпас в поле недалеко от дома. Вернувшись за ним через несколько часов, были шокированы тем, что лошадей нет. Обеспокоенные хозяева бросились искать своих любимцев, однако так и не обнаружили. По словам Сергея, потеря измеряется не в деньгах, ведь каждая из лошадей была частью семьи. Слишком много времени и сил было потрачено для того, чтобы такое стадо развести. Поэтому здесь никакой нет ни коммерческой деятельности, никакой. Это чисто для семьи, для детей, для дома. Ну, для нашей семьи они, конечно, бесценные. Лобия, Лимонка, Капелька, Ласка, Кнопка, Лиска, Лиса и Лосси. Лошадей по кличкам знает почти каждый житель села. Ведь Мордвинкины постоянно устраивали для односельчан катание на лошадях. По мнению соседей, никто из местных не пошел бы на такое преступление. Коней выкрали явно проезжие, говорит Александр Винников. Здесь... А кто тут? Со стороны, наверное, кто-нибудь. А кто тут? У нас-то тут нет таких будней. Как сообщили в полиции, именно в районе сел Смородинка и Черновское в последнее время участились случаи кражи крупного рогатого скота. Теперь воры покусились и на коней. Все лошади Мордвинкиных дорогой орловской породы, гнедой масти. Ущерб оценивается в более 500 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это кража. Если что-то известно о случившемся, мы просим позвонить по телефону 02 или по телефону 57-80-86. По одной из версий следствия, к этому делу могут быть причастны и цыгане. Кроме того, отрабатываются лица, ранее уже совершавшие подобные преступления. Гузель Шмелькова, Александр Лядов, УТВ МИАС.